Группа Хайков. Можно навалить прям? Вообще не слышу, честно, на сцене еще. Что, друзья, давайте похлопаем немножко, а? Аказия! У нашего барабанщика вылетел рабочий. Да, Илья, играй, дай. А где он там? Вы не поверите, такой первый раз вообще случилось. Сколько мы не готовились, ни разу не было. Вот у него было... Пару дней назад с гитарой проблема, он взял ее об сцену и разбил. И теперь играет на другой. Давайте попробуем еще раз, а? I don't know.
Thank you.
чё, как настроение, а, Таганрог? Не, не, слабенько, давайте вы там тоже. Как настроение? В общем, сегодня, по-моему, 7-й день нашего тура по России. Да, давай, давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27-й, все сходится. Все сходится, мы приехали в прекрасный город Таганрог. Мы очень рады здесь находиться. Спасибо вам за то, что так тепло принимаете. Вы реально от души, ребят. Огромное. А еще мы успели искупаться в Азовском море. Оно такое теплое. Возможно, из-за того, что там 1000 человек купалось одновременно вокруг нас. Дети всякие там. Голенькие, как я люблю. И у меня братья и сестры, если я их там тоже иногда купаю. Ну вот, в общем, очень круто мы погуляли. Спасибо вам еще раз. Спасибо, ребят. Для вас мы сыграем супер подвижную песню, типа а-ля Architects Alesana, да? Совершенно новый трек, мы его играем только в туре, его никто еще не слышал, ну кроме 6 городов, да, и вы будете 7-м. Thank you.
давайте, давайте, после победы же. Спасибо. Мы можем ритм задать, да, в принципе. На самом деле, обычно я потеряю полы с собой. В этот раз у меня этот клиент. Слушай, это необходимый навык, я думаю, он нам пригодится. Лично. На самом деле. Можно прийти покурить, чтобы играть на что? Вы, наверное, видите, да, что мы там все танцуем, вроде как пытаемся, извиваемся, и как ящики такие маленькие. Вот есть единственный человек, который сидит как барин такой вот прям. Который протирает полы здесь есть человек. Не, ну про себя мы хотели сказать позже, но ладно, если что, давайте похлопаем уборщику. Эта работа очень необходимая в данном случае. Спасибо, спасибо тебе. Да, в общем. Так случилось, что позавчера этот человек сломал ногу на очередном нашем концерте. И, кстати, вполне возможно, что кто-то из нас тоже поскользнется и сломает ногу, в принципе, да. Поэтому я вас попрошу, наверное, давайте, если вы будете лить в нас воду, вы сделаете это дальше, вот так вот. Не сюда, здесь реально скользко очень. Я вот, например, тоже упал немножко. Ну ладно. В общем, я хотел, чтобы вы поаплодировали вот этому бравому человеку, который не кинул нас и поехал дальше.
чтобы дарить вам музло. А после концерта вы, если захочете, можете у него на груди расписаться там или на ноге его больной. Но только не делай ему больно, конечно. Чтобы он запомнил прям этот город. Вы же крутые ребята, да? Спасибо вам. А специально для вас сейчас... О, спасибо. Вот не зря про тебя слово сказали. Спасибо, спасибо. Давайте еще раз похлопаем. Осторожно, чувак. Спасибо, спасибо. Я даже скажу, я даже говорю. Да, за что, парень, спросил, было ли где-нибудь весело, честно скажу, нет, спасибо вам, здоровья. Чек-чек. О, заработало.
Очень. Что, получше стало настроение, ребят? Отлично. Давайте, кстати, похлопаем тем группам, которые играли перед нами. Реально. Спасибо большое. Да, Илья, наш меценат, хотел бы вам сказать, что если вам понравится и вы захочете поддержать группу рублем, то вот там вот вы можете хотя бы купить вот такие вот браслетики синие красивые. 50 рублей. Да, еще наклеечка по уху. Захочете? Захочете. Как это? Понял, да? Наймите птиханку, а! Я немножко уже просто... А во второганороге тоже говорите на конце, понял? Говорите, ребят? Ростовская фишка, да? Не надо людей спрашивать про понял, понял? Он и сиську может показать, если попросит. За деньги так уж точно покажет. Мы пошутили, хватит, мы продолжаем. I'm coming out when I'm in love.
Спасибо! Мы хотим сказать еще раз огромное спасибо всем, кто пришел. Спасибо вам за отличную поддержку. Спасибо группам, что играли. А? Надеемся, мы, возможно, или нет, надеемся, да, чтобы увидимся с вами еще. О, что? Птаха Тимати? Я таких не знаю. Голые тиски, это хорошо. Опа. Ты смотрите только аккуратно, его в голову не вот такие ударцы. Майк Аскин Александр, это как-то. Шафа, да. Ну ладно, мы сыграем для вас еще одну песню. Еще раз спасибо, что пришли. Спасибо группам, спасибо вам. Вообще замечательная публика. Спасибо, ребят. Увидимся!
Прям точно.